Вадим, ну непростая сегодня игра получилась, такой неожиданный финал. Что не получилось, скажем так, сегодня у «Факела»? Вроде бы начиналось-то все нормально, особенно вторая половина встречи. Я не знаю, что не получилось. Может быть, в концовке не хватило чуть-чуть концентрации. Да, я не берусь там судить, строго судью, был, не был пенальти, будем смотреть. Не знаю, это футбол, поэтому... Не знаю, у нас были моменты еще увеличить отрыв, да, в счете. Могли забивать третий мяч, но не забили мы, забили нам. Это футбол. Какая установка у вас была на первую половину игры и потом на вторую? Она менялась? Там за вас болельщики болеют. Какая установка была на первую половину игры и затем на вторую? Она изменилась? Ну, у нас, в принципе, как и на каждый матч, настрой и установка была примерно одинаковая. Мы знали, что Кубань хорошая команда, которая хорошо контролирует мяч. Мы старались, как бы, да, играть от обороны, убегать в контратаке. В принципе, по первому тайму не так хорошо получалось, но во втором тайме видели, это принесло свои плоды. Наверное, добавили скорости, поэтому второй тайм получился более зрелищным.